теперь я пройдусь по парку. Сейчас рукавички одену. Болдырева. Хотя тепло, но руки начинают замерзать, когда ветерочек. Ой. Так. Смотреть, конечно, в парке сейчас нечего, но хочу по Карла Маркса пробежаться. Так, что тут у нас? Машин нету. Когда-то каждый день дети ходили здесь в школу или через парк напрямую, в 17-й учились. Или здесь детский сад. Егор ходил в садик. Ой. Поликлиники ремонт сделали. В прошлом году мы там с Наташей были, заходили. Я показывала, как она изменилась. Там все компьютеризировано снизу. Я имею в виду, сидят женщины с компьютером, запись. Можно записаться по интернету. Врачи все специалисты. Так, она рассказывала, что вроде как здесь, когда болеешь, специалисты. Когда ты болеешь, вот сюда идешь. А в первой поликлинике, ну, когда вот, уже такие определенные специалисты, когда лечишься. Ой, короче, я запуталась. Как-то что-то тут разделилось. И вот в прошлом году было что-то непонятное про медицину. Пока не заболеешь, не узнаешь. Лучше не болеть. Лучше вообще ничего не знать, не ходить по этим поликлиникам. Домик поставили новый. Правда, без стекол. Можно здесь взять книжку. Ручки куда-то делись. Закрыто. Стекол нету, как недоделанный. Но дело хорошее, да. Вот сейчас книг очень много у каждого дома. И они тебе не нужны, ты их прочитал. Нужно принести сюда книги. Саму взять, почитать, если вдруг тебе понравилось название, там автор. Кто-то читает в интернете, кто-то еще любит книги бумажные. Я в том числе люблю, покупаю редко. И как бы я не любила бумажные книги, они сейчас дорогие. Больше читаю в электронном формате, с планшета. Ой, какое здесь солнышко чудесное. Помню, как я здесь когда-то на ролике каталась. В роликах. С детьми. Я как поехала, как легла на спину, встать не могла. Ну, потому что центр тяжести у меня не в том месте. На коньках еще могу кататься, на роликах нет. Костя, надо будет сюда прийти к девочке, как она сегодня и звонила, в куклы поиграть. Поиграться с ней вместе. Знаете, я иду, такой снег талый, не могу понять, что он такой мягкое. Прям вот мягко-мягко. Солнце пригревает, и снег такой мягенький-мягенький. Ой, красота как. Здесь на входе тоже стоял этот домик с книгами. Может, его перенесли туда. Где-то в центре города еще стоит на Карла Маркса возле редакции газеты «Вечерний Магадан». По-моему, еще стоит в сквере 70 лет, где фонтан. Да, здесь домика не стало, вот здесь он был. Может, он под снегом? Не знаю. Северное сияние. Голубей на крыше греются на солнце. Да, весной пахнет. Центр парк Авеню. Когда-то там на правом крыле машины стояли. Потом там сделали отдел обуви, наверху посуда, обувь, ну, куча разных отделов. Лечу быстро.
потому что очень хочу уже поесть, пообедать. Время к 2 часам. Погуляла я от души. И вообще мне нравится, когда солнечно, когда тепло, когда не мерзнет нос и руки. Вот такой Магадан я люблю больше. И ручьи. Как здесь только магазинами назывались, а мы привыкли к слову ковры, когда-то здесь были. Наш краеведческий музей, он красиво освещается в Новый год, а сейчас смотрите, вот, ну и вечером все освещение горит, сейчас ничего нету. Арбитражный суд. Вот этот дом следующий, это бывшее общежитие политехнического института. А сейчас там, по-моему, приставы. Ой, точно не скажу. Сейчас пройдем, посмотрим. А, здесь написано, что это архивный отдел, областное учреждение, архив. Библиотека. Здесь у меня сестер работает. Каждое утро на работу бегает так по прямой. Библиотека Пушкина. Горы снега черного. Ну, почистили. Почистили тропинки, дорожки. Поэтому сложили все в кучку. Остановки сейчас такие. В прошлом году я вам показывала, что их поменяли все. Так, а здесь у нас, я не знаю, что, какое-то крыльцо непонятное. И ничего не написано. Иду такая, читаю. Мы же жили вот в следующем доме. Думала, просто церковь. Оказывается, это не просто церковь. Читаем. Написано «Дом молитвы адвентистов 7-го дня». Они тут молятся. Не понимаю я этих вер. Вер непонятных. Вер еще иностранных. Нафига они здесь, в нашей стране, делают? Помнится, 90-е годы и 2000-е. Ходили по квартирам, пытались свою веру обратить. Так, я хотела, конечно, пройти по солнышку. Здесь солнышка нет. Но я хотела мимо техникума. Давайте все-таки пробежимся на зеленый. Дин-дин-дин-дин-дин. Оп. И видите картину? Эту картину я часто вспоминаю, когда вижу подобные рисунки на стенах домов. И мы же когда жили на Якутской, мы часто здесь гуляли. И она так смотрится ярко. Вот эти золотые горы наши, это типа золото течет по горам. И она так смотрится на любом, при любом освещении, когда солнышко, прям горы золотятся. Когда пасмурно, они тоже смотрятся ярко. Конечно, они так неестественно нарисованы, вот если так посмотреть, вообще не поймешь, там какой-то круг. Ну, я не знаю, какой художник это все рисовал. Эти горы потом в тумане, это выше всех летает. Ну ладно, это я сейчас придираюсь. А вообще, вот вспоминаю этот дом, именно эту картину, когда вижу рисунки подобные на других домах, в разных городах, куда мы вот ездим, где бываем, потому что встречаем. Это сейчас, видимо, модно. Картинки на домах, на торцах домов. Так что вот воспоминание такое. Вспоминаем Магадан каждый раз, когда видим такое. Так, что здесь у нас? Магазин «Форвард». А я помню, когда здесь были какие-то... Здесь овощи, фрукты были напротив. Сейчас там свежая выпечка. Чё, правда, что ли? Ё-моё, здесь же было... Ну, там была сантехника внизу, всякая фигулька для дома чего-то, посуда. Сейчас написано, что там свежая выпечка. Работает магазин, не работает, не скажу. Но по дверям вроде как ступеньки почищены. Так. А это «Форвард». Это не продукты, это для спорта.
Ну и мы заходим в сумрак. То есть солнышко на той стороне. Сейчас я опять рукавичку надену. А здесь солнышка нет. Здесь был магазин сумки. Не знаю, сколько лет его не существует. Центр занятости. Как и был он здесь на ступеньках, так и остался. Автомир. Не работает. Сдулся. Ателье безумное чаепитие. Кафе, что ли? Видите кафешку? Сейчас. Сейчас. А что такое норма М? Это спиртное? Не знаю. Ателье эксклюзив. Ну, там его не было. Но там были какие-то ткани. А, ткани чуть дальше. Вот, Ришелье написано. Ага, ага. Анализы. Анализы Комарова. Все подряд. Магазин одежды. Фабрик называется. Или фабрик. Фабрик. Или фабрик. Что за название? Господи. И стоишь и думаешь. Цветы, ремонт, партия. А вот на этих ступеньках я как-то упала, когда была зима. В ту зиму, когда мы уезжали. На правую руку, на бедро. Разбилось я бедро. Синячище был, долго проходил. Так вот рука, я до сих пор не сплю из этой руки. Это вот эти ступеньки каменные. Будьте осторожны, когда ходите в Велберис, когда здесь не чистят, когда здесь скользко. Вот один, как сказал, падёшь. Вот один раз упал, все, рука навсегда выходит из строя. Она будет болеть, она будет, будешь страдать. Боже, здесь такой гололед, я даже не спущусь. Вообще не спущусь. Машинам-то хорошо. Они вон едут, им пофиг. А здесь лед. Просто лед. Блин, я не знаю, как тут пройти. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь скользко очень-очень. Потому что здесь солнца нет. Тает по-другому. Ну, а из-за стройки вот здесь, смотрите, загородили все. Прям вот как в Москве проходы. Там же много строят, ремонтируют. И там вот такие леса ставят. И туннели, проходы. А я думала, мы пройдем, посмотрим там все. А мы не посмотрим, потому что там ни камеру не вставишь. Мне сестра сказала, что здесь делается вторая часть техникума, которая была долгие годы законсервирована. Может, деньги на него спустили? Сейчас пройдем, посмотрим. Так вот. Thank you.
как-то быстрее такой светофор. Ну, вчера я здесь гуляла по этой аллейке, поэтому здесь я пробегала. Я поэтому прощаюсь с вами, все показывала тут. Шла только в обратную сторону. И, в общем, вот знаете, вроде бы солнце, вроде бы тепло, но без рукавичек ходить холодно, пальчики замерзают. Появился такой тоненький ветерочек, и нос замерз. Я еще так лечу быстро, вроде бы быстро, а мне внутри тепло. Но вот нос, лицо, щеки и пальцы без рукавиц мерзнут. Поэтому я с вами прощаюсь, вроде вам все показала именно по сегодняшнему маршруту. Подышала, прогулялась, встретилась с девочками. Я думаю, что впереди еще будет много встреч. И завтра у нас море, завтра у нас ярмарка с рукоделием. И воскресенье, друзья, близкие. Понедельник еще планы. Вторник собираемся, в среду домой. Поэтому с вами прощаюсь. С вами вы гуляли со мной, с магаданкой Анжелиной, которая приехала из Рязани в Магадан погулять. И мне нравится. Так, чуть-чуть погулять и быстрее в Рязани. Там теплее, там плюс 5. Ну и что, здесь тоже будет скоро лето. Ну все. Всем пока и до следующих встреч, новых видео.